Крис, скажи, пожалуйста, что ты думаешь о себе? Вот прямо так и сказать? Ну да. Мне кажется, что мне всегда не хватает минимума, чтобы достичь максимума. Как сказал один из мудрецов, вы не то, что о себе думаете, а то, о чем вы думаете. Я был с детства смелым капитаном. Я плыл по морям и океанам. Искал неизведанного счастья. И был вечным пленником ненастья. Шторма стали мне привычны. Ветра, бури безразличны. Я знал, меж землей и небом есть мир, где еще я не был. Мой мир делит.